Где-то рядом. Так, ну я думаю, можно же... А, нет, вот смотрите-ка. А, офигевший стражник, который... А, всем остальным пофиг. Как они меня определили? И что там, датчик какой-то специальный, который определяет... Есть ли у тебя письмо или нет? Слушайте, что так нет? А? В принципе, мы этих-то можем или нет? Да что происходит? Ничего происходит, чуваки. Ребят, ну что? Так, я улетел немножко. Ой. А, смотрите-ка, они уже потеряли меня из виду, так что спокойно идти дальше. Ну, я надеюсь, такой лажи не будет, как в тот раз. Ну, смотрите, куда стражники подглядывают. Ой, опасно. Что это было? Опасно. Вот и залажал. Ну ладно, бывает, что могу сказать. Иру, блин, ком. Какая толпа, да уж. Толпа толпой, да. Так что же, мне кажется, я знаю, что мы будем делать нам. Быстрее, быстрее. Максимально быстро. Оп, и все, отлично. Так. А вот этот стражник, он меня в тот раз не заметил. Он, видимо, просто здесь обходит. Ну, могу ошибаться. Ладно, давайте подумаем, что будем делать. Ой, смотрите-ка. Теперь на другом месте уже совсем. Ладно. Привели себя в порядок в этой каморке или здесь что ли? А, подождите, это другие совсем стражники. Видите, да? А, они меня вообще не должны заметить, поскольку отворачиваются. Например, сейчас, смотрите, сейчас они должны... Хранение у нас, в принципе, есть, но... Ну, давайте попробуем вот так. Они у нас типа отвернулись сейчас, смотрите. Нет, не рискую. Фига он поглядывает, смотрите-ка. А? Что это? Не, эти не должны заметить. Так, а как перебежать? Можно или нет? Да успокойся ты, не смотри на меня. Не смотри, пожалуйста. Да они не могут заметить, но это невозможно, они же отворачиваются. Смотрите, раз. А, видимо, один замечает, который... Сабля торчит. Гаденыш просто исчез. Офигеть. А как я помню в игре Тиф или какой-то там, я не помню. Тоже такая же фигня была. Я не знаю, как за левую вот эту... Блин, у меня же заказ спрятаться. Так, куда дальше? Ну, тут еще один стражник. Офигеть. Пожалуйста, не надо меня замечать. Вот еще один.
блин, офигеть, сколько же вас тут. Так, ну ничего, по газону, надеюсь. Толпу, блин, а как в толпу-то? Офигеть. Просто офигеть. Слушайте, а может... А может нам... А в принципе вот сюда и нужно? Нет. Ну вообще вот там, видите, там... А, смотрите, там-ка... А, по-моему, окно открыто. Я не хочу рисковать. А, и попробовать перелезать туда, блин, но... Посмотрите, вот я вот так думаю, да... Ну, какой может быть еще путь? А, вот там вдалеке есть стражник. То есть мы вряд ли мы сможем мимо них в дворец пробраться. А, во-вторых, мне кажется, самый лучший вариант это все-таки забраться наверха. Но, блин, у меня же спалят, как, я не знаю, как... Как-то будет это не очень приятно, но... давайте все-таки попробуем других вариантов, я пока не вижу, но... Ну, блин, если получится... Точнее, если не получится, будем искать другие варианты. Непонятно, что делает этот стражник. Чего он делает? Ё-моё, да ладно. Я не... При даме. Он сыт или он там пускает джина, я не понял, что он там делает. Только войти никак. Тут спрятаться можно, вот тут. Не, ну все-таки. Ладно, пока он там змею душит, надо быстренько. Да ладно, ну как так, нельзя. А, давайте, знаете, что попробуем. Больше никак нет. Ну, я, видимо, когда свет светит, меня могут засечь. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы это было. Отлично. Хорошо, что у нас наш персонаж все-таки сам мыслит. То есть не нужно спускаться там. Просто-напросто двигайтесь вперед. И он сам перелазит через препятствия. Все, здесь мне, походу, надо слезать, да? Так, а там, я думаю, все нормально будет, да? А, ну, можно и так. Я даже Ctrl не нажал. Ну, все. Мы, у нас все получилось. Я, как и говорил, первый, блин, хом, насколько я помню, мы один раз сейчас... Ну, мое. А, у нас же есть сверхспособность. Не знаю. Почему сверхспособность? Потому что каждый через стены видит. Эх, а как же нам... Как же нам пробраться? А, ну вот у меня есть возможность прекрасная. А, только вот... Так вот я не вижу. Да, интересно. Нет, все-таки прямо, наверное. Да, достаточно много времени нам дают. Ну ладно, пускай. Я надеюсь, они сейчас... Или они так и будут стоять. Неохота заваливать. Прям я боюсь, что всё заново прям начну. Так, ну что, у меня, походу, есть... Походу, надо идти. Что делать-то? Сохранение. А, ну вот... нажмите Ctrl, чтобы передвигаться скрытно. Ну, это мы все знаем уже. Дальше уже будет должно быть что-то посложнее, да? Я надеюсь... Круто. Это проще вырубить всех. Я считаю. Стоп, а как сменить укрытие мне вот это? Есть. Так, смотрим.
Ну что, у нас тут есть шкафчик, отлично, мы можем сюда спрятаться, но надеюсь, нам не дойдет до того, чтобы прятаться. Еще одна сохраниловка. Так, походу он не собирается менять свою позицию. Это даже в чем-то и хорошо. Скоро сменим, да? А, посмотреть налево и нажмите, чтобы сменить укрытие. Выгляньте. У него башмаки дороже моих холмов. Блях, мух, куда идти-то? Да ладно, вы чё, офигели? Никого! Итак, куда